Великий День Победы отметили праздничными мероприятиями в поселке Песочный. Шествие бессмертного полка во главе с оркестром состоялось на главной улице поселка от здания муниципалитета до Песочинского кладбища. По традиции, потомки героев несли портреты погибших родственников, тех, кто отдал жизнь за всеобщее светлое будущее нашей страны. Дорогие друзья, по долгой чести и совести мы должны окружить заботой и вниманием дорогих наших ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников концентрационных лагерей. Их осталось так мало. Но они для каждого из нас сделали столько много. Они сейчас в строю помогают воспитывать подрастающее поколение, на уроках мужества рассказывают всю правду о Великой Отечественной войне. Учат подрастающее поколение великому, доброму, вечному. Но самое главное – любви. Любви к нашей великой Родине. Дорогие ветераны, низкий вам поклон и слова великой благодарности за ваш беспримерный подвиг, благодаря которому живем на белом свете мы. Внуки тех, кто воевал, живут наши дети, живет наша великая страна Россия. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет жизни, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, с Днем Великой Победы! Торжественно-траурное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, состоялось на Песочинском кладбище. Здесь захоронено в братских могилах 270 бойцов, в одиночных могилах 223 воина. Ежегодно отдать дань памяти защитникам Родины на воинский мемориал приходят те, кто понесет это драгоценное знание дальше. Дорогие россияне! От имени депутатов муниципального совета, сотрудников местной администрации, молодежного совета поселка Песочный, я поздравляю вас с этим великим, самым светлым, самым важным праздником для всех жителей нашей страны. С Днем Победы! 9 мая – это день величия, мужества, отвага, подвига нашего советского народа. День Победы – это день памяти. Именно в этот день мы с вами выходим с портретами наших родных и близких. И на это шествие, на это торжество приходят все, от мала до велика. И пока мы будем с вами хранить эту память, наши родные, те, кто погибли, защищая Родину, будут жить. К сожалению, с каждым годом очевидцев тех трагических событий становится все меньше. Оттого так ценны заветы тех, кто смог пережить ужасы войны и сегодня стоит рядом с нами. Я блокадница и труженица тыла. Поздравляю всех с миром, чтобы наша земля всегда была миром. Небо было, чтобы у нас чистое. Желаю всем здоровья, блокадникам, труженикам тыла, ветеранам всем. И детям я очень хочу, чтобы все помнили этот день. И всегда, сколько бы лет ни прошло, всегда, чтобы приходили и кланялись ветеранам. После завершения официальной части торжественно-траурного митинга, посвященного 77-й годовщине победы советского народа над фашизмом, состоялась церемония возложения цветов к гранитному обелиску. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните,